Незнайка в мире постправды. Первый театр представил премьеру спектакля «Незнайка. Лунный эпизод» по мотивам романа Николая Носова. Этот спектакль интересен и взрослым. Та многослойность, которую заложили режиссер и драматург, да, позволяет читать спектакль на разных уровнях. И как фантастическую историю, да, с увлекательным сюжетом, с межпланетным путешествием и вот какими-то приключениями Незнайки. И как историю о лицемерии, постправде, о странности и абсурде современного мира. Спектакль в стиле киберпанк жанра научной фантастики. Об упадке человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Незнайка, лунный эпизод, авантюрный боевик. Особенно будет интересен подросткам. Яркие декорации, современные танцы и видеоарты. Поставил спектакль режиссер Павел Южаков. Билеты на сайте Первого театра. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.